Привет, вы на моем канале, я Макс Максимов, и, простите, Миша Электрокарч, и сегодня буду читать мемы про троллейбус и трамвай. Поехали! Трамвай с бесплатным Wi-Fi. Отличный стишок, был бы он еще правдой, было бы отлично. Возможно, это трамвай, но не факт. Возможно, это троллейбус. Кстати, это из города Екатеринбурга, так еще и с блатными номерами. Проезд бесплатный только хорошим людям. Самый добрый мем про трамвай, который я сегодня видел. Россия. Такое возможно только у нас. Трамвай просто тоже посмотрел на «Жигули» и тоже решил дрифтить. Ты офигеешь, но этот трамвай сделан в России. Да не просто в России, а в Екатеринбурге. Хотя это мало чего меняет. Речной трамвай. Весной все трамваи становятся речными. Футуризм каждому городу России. Да, очень футуристично. Это, наверное, так Россия будет выглядеть в будущем. Новый русский трамвай. Ожидание, реальность. Пожалуй, пройдусь. Интересно, где такой троллейбус ездит? Московский троллейбус. Вечная память московскому троллейбусу. Макс Максимов, простите, Миша Электрокарыч. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Всем пока!